вернется, вот увидишь. Не, кажется, не вернется. И что? А где крест? В рюкзаке. Проверь, прямо сейчас. Черт! Ты проворонил крест? Ты проворонил крест! Верни крест, ты понял? Обалдеть, провела как щенков. Колено, это беготня не для меня. Много лет они бы не зарыли его под деревом. Они выбрали бы место понадежней. Брехня это все. Нейт, пускай едет. Ключи у нее, место она знает, так? Ладно, раз так, можешь катиться. Спасибо. Пока. Если не под деревом, то где? На аукционе Манкада назвал крест алтарным распятием. Думаю, это означает, что крест был создан, чтобы храниться на алтаре. То есть в церкви. И в какой? Господи, да что вы за люди такие? Если мы хотим найти золото, нужно научиться доверять друг другу. Так что давай ключ. В какой церкви? Санта Мария дель Пи. Пи означает сосна. Это точно оно. Парень, да ты гений. Не надо преувеличивать. Думаешь? Посмотри. Вот зачем он нам нужен. Ладно. Молодец. Тогда пойду договорюсь о частном посещении. Thank you.